Крупномасштабный блэкаут. Ярославские энергетики ликвидируют в нашей области последствия аварии на электросетях и линиях электропередач. ЧП спровоцировал сильный шквалистый ветер, поднявшийся в регионе во второй половине дня воскресенья. Из-за этого в 10 районах было отключено электричество. В Даниловском, Некрасовском и Ярославском свет вернулся в дома местных жителей в 5 часу утра понедельника. Работы по восстановлению энергоснабжения продолжались весь день. У энергетиков введен режим повышенной готовности к чрезвычайной ситуации. Энергетики приступили к восстановлению энергоснабжения незамедлительно. Сейчас задействованы в работе 35 бригад численностью 118 человек. Работает 38 единиц техники. Все социальные объекты запитаны. Окончательно работа по восстановлению закончится к концу дня. Все работы мы ведем во взаимодействии с территориальным управлением МЧС России и администрациями районов. В Ярэнерго введен режим повышенной готовности.